Друзья, прежде чем мы начнем данное видео, хочу вас ввести в курс дела. Сегодня я вам покажу автомобиль, который был куплен в Корее и доставлен в Россию. И по традиции мы начнем с осмотра автомобиля именно на корейской площадке, а дальше покажу вам кадры из России. Ну что, погнали и приятного просмотра. Автомобиль Kia Sorento 2.2 дизель, 5-местный, 4WD. 18-й год, пробег 68 695 километров, комплектация мастер. Посмотрим по кузову. Так, перед у нас целый, передние партроники в наличии. Губа у нас в хорошем состоянии. Оптика у нас вся целая, без сколов и трещин. С этой стороны также все хорошо. Так, кромку капота у нас гладкая, капот визуально весь целый. По этой стороне у нас здесь небольшая притертость совсем. Диски хромированные, резина Кумхо 235-55 на 19 дисках. Остаток протектора. Так, по этой стороне посмотрим. Визуально все хорошо. Никаких дефектов я не обнаружил. Так. И здесь диски у нас без притертости. Задняя оптика у нас также без запотеваний. Задние партроники, бампер целый. Заглянем снизу. Так, крышка багажника у нас также вся целая. И по пластику у нас все хорошо. Это крыло также у нас без дефектов. Это все полируется. Так, с этой стороны диски у нас также без притертости. Небольшие притертости имеются, но вот все полируется опять же. Так, и с правой стороны у нас двери абсолютно целые. Так, этот диск, на нем имеется небольшие потертости. Так, в общем, диск целый. После визуального осмотра была произведена проверка толщиномером. Автомобиль весь в родной краске. После этого автомобиль был доставлен в Россию, растаможен и отправился в транспортную компанию. Автомобиль жирнейшей комплектации, имеется проекция на лобовое стекло, все подогревы, вентиляция сидений, парктроники, панорамная крыша и много-много всего другого. Сорента, город Москва, 2.2, турбодизель, 4WD, 2018 год, поедет на ЖД. Перед тем, как автомобиль был отправлен в Москву, произвели замену масла, масляных фильтров, автомобиль был полностью отполирован и были убраны все изъяны, которые замечены в Корее. По прибытии в Москву автомобиль был полностью осмотрен, никаких изъянов по кузову замечено не было. Друзья, данный автомобиль человек приобрел во Владивостоке в наличии. Соответственно, если бы такой автомобиль я привозил под заказ, то можно было бы сэкономить до 200 тысяч рублей. Цена данного автомобиля в наличии во Владивостоке 2,5 миллиона рублей. Но, как говорится, время – деньги. Человек не мог ждать, автомобиль нужен был срочно и было решено взять эту машину в наличии во Владивостоке. Вот такие, друзья, автомобили и многие другие можно привозить из Кореи дешевле рынка России на 200-300 тысяч рублей. Поэтому, друзья, кто хочет приобрести автомобиль из Кореи или Японии, обращайтесь в WhatsApp, номер всегда в описании под видео. Всем спасибо за просмотр, покупайте только качественные и проверенные автомобили.